Hasta mañana по-испански означает «до завтра». Когда приходят сомнения, была ли правильной цель? Не торопись и обернись, быть может, что-то поменялось в мире. Hasta mañana, заблуждением всем нужно компас иметь. Только любовь на месте севера, только печаль на месте южной стрелки. Hasta mañana всем сомнениям, если труд по душе. Делай работу, не думай о деньгах, деньги придут, если с любовью сделан продукт, который ты разработал для людей. Если сомнения приходят, хорош ли новый продукт, не торопись и не ленись, пределов улучшением нет, ты знаешь. Hasta mañana, колебаниям изменения внести. Снова и снова проверять его, лучше ли он того, что сделан раньше. Hasta mañana, сожалением пара строк зачеркнуть. Новые строчки будут чуть лучше, деньги придут, если с любовью сделан продукт, который ты разработал для людей.